Как организовать ТСЖ, как правильно провести общее собрание жильцов и куда обращаться, если протекла крыша дома? Права и обязанности жителей многоэтажек расскажут эксперты на специальных семинарах. Они пройдут во всех городах и районах области. Прежде чем проводить эти занятия, мы будем интересоваться в районах, какая у них ситуация, какие вопросы наиболее востребованы, какие вопросы требуют объяснения, и уже исходя из этого строить свою работу. Мы постараемся сделать так, чтобы у людей было системное представление об управлении домом, управлении двором, об управлении микрорайоном, об управлении в целом городской среды, потому что любая эта информация, она ложится на общее знание и общее понимание происходящих процессов. Проводить бесплатные семинары и консультации в сфере ЖКХ для советов домов, представителей органов местного самоуправления, ТСЖ, управляющих компаний, специалисты квалификационного центра ЖКХ и энергетики будут совместно с ГЖИ, фондом капитального ремонта и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Что касается Самарской области, действительно, вот сейчас уже есть даже госзадание на проведение этой деятельности, это очень важно. Ну, не все регионы могут этим похвастаться, я могу там назвать только 3-4, где вот такая прямая государственная поддержка на эту деятельность идет. Мы сформировали для него в этом году впервые за всю эту историю государственное задание, которое предполагает наличие и ставок необходимых, и людей квалифицированных. За только текущий 2020 год мы планируем обучить порядка 4000 человек. В планах на год провести порядка 200 семинаров по ЖКХ. Также тематические семинары будут проходить в квалификационном центре в Самаре по адресу Революционная, 107. Информацию о точной дате и времени можно уточнить на сайте или по телефону 260 22 94. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, «События».